И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и это снова Warface. Зашел просто так, а делать нефиг, и решил покрутить коробки. Покрутил одну коробку, покрутил вторую коробку по два раза. Получается, какие я крутил наборы? Вот этот не крутил. Да, и решил, думаю, ну хорошо, и скорпиончик крутану два раза. И с первой же коробки скорпион выпал на постоянку. Вот, также мне дали звание за то, что я крутил коробки. Вот, и там дали FN, то есть в этой коробке дали FN 2000. Классная штука, кстати, на штурма. Просто скорострельность её меня офигеть как радует. Вот, ну и тот самый скорпион УЗ. Это просто супер. В сравнении, это просто супер, я бы так сказал. Конечно, единственный косяк у нее это то, что только рукоять для ПП можно надеть, и все. Вот, прицела вообще нету, и это очень удобно. Но перезарядка просто кайф. Собственно, из-за этого, вот из-за этой перезарядки, я ее себе и оставлю. Потому что вот это вот... Да, как говорится, доли секунды, но они играют огромную роль. Командный бой. Погнали командный бой, почему бы нет. Объект D18, квартал, рынок. Давайте что-нибудь посмотрим, не знаю, какую-нибудь другую карту. Док мне не сильно... Ферму, давайте ферму посмотрим, почему бы нет. Ферма меня тоже прикалывает сравнительно. Я не любитель играть на каких-то картах, таких вот, которые я сильно не тестил. В том плане, что я их не задрачивал. Вот. Ну, как бы тоже. А? О, все равно попадает. Вот, но как бы ферма одна из таких карт, которую я играл и не раз играл. Поэтому можно и ее немножечко поиграть. О, что там за фигня была? Непонятная какая-то фигня у меня выскочила. Кстати, да, меня сейчас перекинул на сервера уже больших званий, так что это не означает, что читаков здесь стало теперь меньше. Я наоборот, теперь думаю, что чем больше званий, тем больше шансов, что это читак. Вот, поэтому, ну, есть своя система в этом плане, то что ты, типа, если ты большого звания, то значит о тебе не подумают, что ты читак. Вот что-то типа того. И оно так и есть. Ну ты же такой, типа, весь из себя. Твою мать! Я же знал, что там и будет, а? Уфига, я тут не смотрел. Так, ладненько. Что-то мне чуть-чуть не нравится. Какая-то задержка у нас как будто бы есть. Я как будто... Медленно, блин. Че я в бочку стрелял, лошара? Ну, я ж слышал, да мне показалось, что... Точнее, я подумал, что мне показалось, что я слышал. Окей, нас просто тупо зажимают. Нас просто тупо зажимают, и все. Это, короче, норма. Мне это не нравится. Мне это очень сильно не нравится, поэтому я хочу вырулить вперед. Позиция сиди и дрочи, это мне не по душе. Козел, ты какого фига? Ты откуда взялся? Твою мать. Опаньки! Бывает в жизни огорченья. А я побежал от седова. Давай. Так. О, ненавижу я скорпион, если честно, за то, что я с ним не раз бегал. Честно, я до этого играл с скорпионом и так далее. Я его ненавижу за то, что у него нет прицела. На него нельзя поставить прицел. Ну, это же глупо. Это полный отстой. Меня он этим бесит. Я тебя там видел. Ты взорвался в гранате. Лошара.
Ладно, сиди и дрочи, что ли, получается тактика. Да ладно, пошел ты, козел! Стилерос ты долбанный. Да пошли все! Ай, черт побери. Я слишком долго метился. Ну че из-за такой тормоз, а? Ну скажите мне, почему я такой тормоз? Почему они тут стояли просто так? Я немножко не в понимоте. Нет, неправильно кинул. Так, стоять. Не понял. Откуда? Да ладно! Откуда? Так, вижу. Так, не про канала. Да пошло оно все. У-ху! Эй! Твою мать. Да пошли вы все. Сраные прострелы ваши. Fucking shit. Дал он с пистолета? Ну тут не поспоришь, я как говно, если честно. Опаньки, затащил. Фу, наш. Ну, зато я помог. Ух ты ж, нифига себе, свой здоровечко это увидел. А, какой? Патроны? Ёпта. Воу! Тащу. Пошло на все. Она мне не нравится. Давайте посмотрим пушечку на штурме. Надо ее тоже потестить немножечко, пока есть еще время. Почему бы и нет? Вот такие ублюдки. Днище конченый. Пошли вы все. Граната вперед. Уу! А я уже полудохлый. Не, ну я хотя бы завалил. Есть. Заточил. Так. Fucking shit! Почти я его убил. Если бы не... А, ну хотя у меня патрон там последний был уже. На издыхании кидал, о, стрелял так, что все равно бы я так и сдох. На перезарядке бы сдох. Блин! Я на того отвлекся больше в этом плане. Так, а мы всираем. Благодаря мне, да? Да, благодаря мне. Как раз три очка. Не, ну не только благодаря мне. Начнем, конечно, с этого. А все равно. Не, ну я не думал, что вы сюда подойдете настолько близко, что наши даже из вас замечать не будут. Отлично. Магем называется. Да ладно, в голову и так легко. Ну прям я даже не знаю. Мутные твари. А, ну там бесполезно было, я тебя даже не видел. Время вышло, ну такие вот дела. И с одна дна, как говорится. Изи, ну не знаю.
19 на 7. О, господи. Не понимаю, ты один к одному сыграл. При чё кричишь-то? Господи, прости. Да уж. Не надо говорить там типа, вот они же топовые, они там типа большие звания, все дела. Не, тут не в званиях дело, и даже, как видите, звание у него такое же, как у меня. Как я уже сказал, чем выше звание, тем больше шанс на то, что он играет с читами. Докачаться нынче очень легко. Вот, поэтому как бы на людей с большими званиями не надо смотреть, как на тех, которые тащат. 50 на 50. Так, ладно. УЗИшка, это, конечно, хорошо. Ну, кстати, ФН здоровская, здоровская пушка. На ферме, не знаю. Но, знаете, что-то я хочу с ними, так сказать, в боевых условиях сравним оружие. В режиме прицеливания. Так сказать, сравним в боевых условиях. Перезаряд, конечно, это хорошо, но сравним в боевых условиях, что лучше, Скорпион или что там, как он называется, короче, Г13С6, А вот, сравним их. Так, ну что, погнали, так сказать, даже не, немножко хочу поправиться, не что лучше, а кому что удобнее. Я склоняюсь к тому, что вот эта пушка мне будет удобна чисто из-за обвесов. Да пошло вот на все. У меня уже попадание в тело. Вау! Чуваки! Тихо, я тебя починю. И у нас снайпер, конечно, но, конечно, не бессмертен. Там бронька тебе поможет в этом плане. Ну вот, хотел посидеть, послушать. Дали мне посидеть, послушать. Уже наверх залезли. Вот это фигово. Что они наверх залезли. Града пошла! Знаете, я хотел починить. Так, походу дела второго сняли верхнего, да? Да ладно, вы что прикалываетесь? Ну как ты его подпустил? Ай, да ну тебя в баню. Ну хорошо, понеслась жара. Слишком запустил рано. Да уйди ты, придурок. Может, тебя не слышно, да? С этим самым винторезами. Пошли вы все. Тихо. Я вот починю. Пока есть возможность, давай починим. Так. Да ладно, ты вообще не на меня смотрел. Хорошо. Чутка не повезло мне. Ва! Это наш, твою мать! Кого я стрелял, называется. Ну ладно. Так, пошла жара. Граната. Пустики. Твою мать. Не успел я ничего сделать. Да, большие звания, они дают о себе знать. Все равно. Здесь игра совершенно на другом уровне. Да и учитывая, как я часто играю,
как бы ничего не... Нет ничего удивительного в том, что я играю как нища. Но все равно. Воу, да ладно. Было весело. Воу. Легче. Починимся немножечко. Все-таки купить шлем на хилку на первых порах, это здорово. Да пошли вы все, ублюдки. Есть. Еще сейчас были. Так. Натуре, как вы меня бесите, дебилы, блин. Сидит, сидит. Чмошник. Дрочильня долбаная. Граната! Так, погнали. Я отвлекся, я просто растерялся. Здесь, там на поле видел. И тут оказывается еще и третий. Я растерялся, что мне делать. А, щита факин. Я не думал, что второй вылезет. Ну хорошо. Я на дне со дна дна. Вот такая вот фигня. Ёп твою ж налево, я туда не хочу. У-ху-ху-ху-ху. Откатило. Нифига себе по-жесткому как откатило. Погоди, чиню. Погоди ты, господи тебе. Так, моя минка все еще стоит, отлично. Да, заменяется. Жаль, что все как-то так. О, я хочу пушку поменять. Какая прикольная пушечка. Дайте патрончиков. Да пошли вы все в жопу, а! Ну пошли вы все в жопу! Почему я сразу под... Уж лучше бы я вздыхал бы сразу. Хоть алмаз убирай, блин. Ей-богу. Как вы думаете, что-нибудь получится? Нет, не получилось. Окей, погнали. Пошел ты. Днище. Больно? Больно. Знаю, что больно. Так, наш еще живой, отлично. Я починить? Да тебе не нужно чинить. Думаешь, гранату закинут? А ты правильно думаешь. 100% закинут. А нафига спрыгивал? Так, там уже наш засел, отлично. Легче. Не получается. В такие моменты надо туда гранату кидать. Вот это точно из меня получится хоть что-то тогда. Не уж. Вы задолбали, то что ж вы все туда. Блин, там наши. Наши, блин! Уу! Бум! Даже на таких званиях у них не хватает мозгов, чтобы посмотреть под ноги. Да, я могу. Вот когда-то я что-то могу делать.
Ага, там, ясно. Немножко надо послушать. Мы все услышим, что никого рядом нету. Опс! Упси! Твою мать, да пошел ты в жопу, козел! Ну вот как? Как? Его ж там не было, вот даже головы там не было. И он вылез именно тогда, когда он смог попасть. Хотите сказать, с периодичностью вылазит туда-сюда? Не верю! Пошло оно все в зад! Упсик! Я в тебя верю. Я вот тут, чувак, я в тебя верю. Так, погоди. Медик, ой. Погоди, чувак, я не то случайно нажал. Все пучком. Опс. Сыграли в одинаково. Не, но все равно эта пушка мне удобнее тем, что здесь все-таки есть прицел. Я уже, черт побери, привык играть с прицелом, и это чертовски мне удобно. Эх, зараза. Что поделать? О, я даже в списках есть, прикольно, я на пятом месте. Ой, даже на четвертом месте. А нифига себе. Все-таки полезно иногда людей ремонтировать, да? И пятерых взрывчатку убил. Ладно, попадание в голову даже одно есть. Вот такие вот дела, народ. Так что, как говорится, кому как, а мне что-то по дефолту очень даже удобнее было. По дефолту я имею в виду с прицелом. Ладно, народ, все на этом все. Хотели другую карту, вот, пожалуйста, вам ферма. Дебильная ферма, на которой я сыграл как днище, ну, хотя бы второй раз сыграл более или менее. А вы свое мнение пишите в комментариях насчет этих оружий. Мне будет очень интересно узнать, что вы об этих пушках думаете, особенно о Скорпионе. Нравится он вам или нет, потому что не очень хорошие отзывы о ней я обычно слушаю. Все на этом все, всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.